Друзья, привет! С вами Александр. И сегодня у нас на распаковке будут такие вещи, которые, по моему мнению, улучшают качество звукозаписи в домашних условиях. Ну, а может не только в домашних, и в профессиональных звукозаписывающих и радиостанциях. А конкретней у нас сегодня будет паук. Это такой кронштейн, который гасит вибрации и всякие возможные колебания и шумы, передаваемые за счет каких-то ударов по столу, либо перемещений чего-то по столу, либо шумов, создаваемых от вашего компьютера, ну, либо каких-то бытовых шумов, которые передаются от стола вашему микрофону. Далее у нас, значит, будет стойка пантограф, которая регулирует углы наклона, высоту и тому подобные моменты работы. И поп-фильтр, я думаю, что это вообще, наверное, самая необходимая вещь, которая нужна как сопутствующая, вспомогательная для вашего микрофона. Микрофон у нас вот такой. Сейчас мы записываем звук на него. И именно для него мы покупали все вот эти вот посылки, покупки. Ну и так, давайте приступим, наверное, к открытию наших покупок. Начнем мы, наверное, с самой большой. Это будет у нас стойка. Итак, все пакетики, кулечки мы сняли. И мы видим, что вот есть у нас сама нога, стойка. К ней, значит, вот такой механизм, который помогает держаться ей на вашем столе, либо на другой поверхности, куда вы будете устанавливать. То есть вот эту часть мы прикручиваем к столу, а уже сюда мы вставляем нашу стойку. Также имеется держатель для микрофона, если у кого-то из вас его нет. Вот он сразу имеется в наличии. Также тут вот переходная вот такая муфта есть, которая нужна для того, чтобы крепить микрофон, если штатное крепление у него не того размера. Ну, я думаю, нам это не понадобится, потому что, во-первых, диаметр не подходит под наш микрофон. Во-вторых, у нас есть паук, который мы сейчас тоже распечатаем. Итак, давайте пока отложим в сторонку это все. Хотя нет, давайте я вам расскажу, для чего, собственно, нужна эта стойка. Стойку эту покупают люди, во-первых, в профессиональные звукозаписывающие станции, в телерадиостанции. Нужна она для того, чтобы как-то расчистить рабочую зону, так как вот у меня сейчас, вы видите, микрофон стоит прямо передо мной, и это довольно часто бывает так, что мешает работе за компьютером, потому что он всегда стоит перед руками. И вот такая стойка, она создана для того, чтобы расчистить рабочую зону перед оператором, скажем так. Так как она вот будет стоять где-то на краю стола, и зона под ней будет свободна для работы. Вот, довольно-таки легко ходит и фиксируется в любом положении при помощи вот этих натяжных пружин. Все углы фиксируются, как я уже сказал, в любом положении. Ее можно оставить, и она будет сохранять такое положение. Вот, ну да ладно, давайте откроем следующую нашу посылку. Как видите, все посылки в Украину сейчас стали приходить с AliExpress новой почтой. Это очень удобно, потому что курьер приносит их прям домой. Вот, поп-фильтр мы извлекли из упаковки. Он представляет собой вот такую рамку, внутри которой натянут материал. Честно говоря, похож на обычные капроновые женские колготки. Ну, на вид он довольно добротный и качественный. Мне очень нравится вот этот вот, как это называется, гусиная шея. То есть ее можно крутить как угодно в любом положении. Она вот сохраняет это положение
таким, как вы его настроили. Это очень удобно, потому что его можно опять же закрепить куда угодно. Можно закрепить на стойку, либо на сам микрофон, либо, может быть, куда-то на ваш стол. И настроить в таком положении, как вам будет удобно с ним работать. И он навсегда, ну, навсегда до следующей перенастройки останется в таком положении. Итак, давайте приступим к распаковке нашей третьей посылки. Потом все это увяжем в одну связку и посмотрим, насколько изменится звук. Тут опять же тоже есть переходничок на разные резьбы. Это очень удобно. Паук выполнен полностью из металла. Я не ожидал. Очень добротно выполнено. Вот как я уже говорил, тут вот система резиночек, которые, как видите, вот дают независимо от всей конструкции микрофону находиться, можно сказать, подвешенной все время в воздухе. То есть нет никакой жесткой связи вашего микрофона со столом. И поэтому, когда вы будете шатать свой стол, либо там нечаянно ударите по нему, все вот эти вибрации и колебания никак не отобразятся на качестве звука. Итак, сейчас я, наверное, включу ускоренную перемотку, чтобы вы не смотрели весь технологический рабочий процесс установки оборудования. Ну а я к вам вернусь уже, когда все настрою. Ну вот, в общем, ребят, настраивал, и получилось у меня что-то типа такого. Микрофон я повесил сверху вниз, ну, я не знаю, правильно это или нет, как я уже сказал, но мне вот так вот более удобно. Поп-фильтр я расположил, ну, я не знаю, тут примерно, наверное, прикольно выходит. Ну, в общем, смотрите, расстояние вы сами видите, примерно в 2-3 пальца. Значит, стойка это позволяет нам теперь вот таким вот образом все это двигать. Можно опускать, поднимать, удалять от себя и делать различные манипуляции, которые обеспечивают вам теперь свободу вот в рабочем пространстве. И вы можете что угодно сюда поставить. Вы можете набирать текст, смотреть в монитор и делать различные привычные для вас вещи. Вот, собственно, кабельных стяжек у меня не было, к сожалению, но... были, вот как видите, я не знаю, видите вы или нет, вот такие вот проволочки, которые обычно идут в посылках для связывания кабелей различных товаров. И вот они мне пригодились для того, чтобы я уложил кабель, как мне нужно было. Довольно удобно получилось. И вот так все это выглядит. Ребят, ну, я думаю, нет смысла дальше что-то вам рассказывать, показывать. Вы все увидели сами. Вот так вот все это выглядит. Мне очень удобно и очень нравится. Я очень доволен, собственно, что заказал все эти товары. Думаю, что они значительно облегчат мне жизнь, скажем так. Ссылки на все эти товары вы найдете в описании под данным видео. Если это видео вам понравилось, ставьте ему лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Ну, а с вами был, как всегда, Александр. До скорых встреч. Пока.